Теперь о погоде. Январские сводки немало удивили обилием снегопадов и крепкими морозами. Чего ждать в выходные, узнаем у нашего дежурного синоптика Людмилы Паршиной. Она на прямой связи с гидрометцентром. Людмила, здравствуйте. Здравствуйте, Виталий. Ну вот одна из самых обсуждаемых тем сейчас. Резкое похолодание в центре России аж до минус 30. Такое действительно возможно? Да, уже в первый выходной мороз в большинстве областей начнет усиливаться, местами до минус 20. В воскресенье похолодает еще больше. В центральном Черноземье все 30 градусов мороза, днем около 15 градусов ниже нуля. Такая погода считается аномально холодной для разгара зимы. В Мурманской области мороз на этой неделе доходил до минус 40. Покрылись льдом даже заливы Баренцева моря, которые обычно не замерзают. В выходные днем минус 12, минус 17 – это потепление, но оно не коснется центральных и восточных районов Кольского полуострова, где ночью почти до минус 40. В холоде остается Архангельская область, днем там 20-градусный мороз. В Вологодской области в воскресенье температура понизится до минус 20, примерно столько же и в Коми, на юге республики снег с метелью. А вот на северо-западе потепление, но температурный режим останется ниже нормы. Завтра днем минус 10, минус 15. В воскресенье мороз слабее, градуса на 2, пройдет небольшой снег. В Калининградской области в субботу минус 4, минус 9. В воскресенье оттепель до плюс 2 и осадки с гололедом. В Поволжье погодные условия диктуют южный циклон. Там метели, гололед и порывистый ветер. Снова в субботу в Оренбургской области ухудшение погоды. На дорогах гололедица и снежные заносы. В воскресенье похолодание до минус 10, минус 15. Спасатели Юга России в усиленном режиме. В Краснодарском крае из-за сильного тумана ДТП с 30 машинами. В Волгограде сильный снег и опять же усиление мороза. Надолго ли? Завтра опять сложные погодные условия. Сильный снег пройдет в Краснодарском крае, в том числе на Черноморском побережье, от Туапсе до Сочи. Кроме того, сохраняется опасность гололеда и налипания мокрого снега на провода, ухудшение видимости из-за тумана. В горах Сочи повышается опасность схода снежных лавин. Только в воскресенье погода пойдет на улучшение, но в Ставропольском крае и Северокавказских республиках сильные осадки будут идти все выходные и даже в начале следующей недели. Со снегопадами придет похолодание, местами мороз до минус 10, минус 15, в районе Сочи всего 3-5 тепла. Снежная и ветреная погода также в Крыму, дневная температура понизится от минус 1 до минус 11. Даже на южном берегу Крыма сильный мороз до минус 10, днем температура тоже минусовая, минус 1, минус 3 градуса. Людмила, вот столица, которая день в восьмибальных пробках, на дорогах еще снегоуборочная техника. Грядущее похолодание обойдется без снегопада или нет? Без снегопада, Виталий, не обойдется, хотя он будет и не сильным. В Москве завтра целый день снег. Температура ночью и днем примерно одна и та же, в пределах 10-14 градусов мороза. В воскресенье пройдет небольшой снег, похолодает. Ночью минус 16, минус 18 градусов, днем минус 12, минус 14. В понедельник морозы усилятся, ночью до минус 20, по области до минус 25, но днем уже пойдет потепление до минус 10, возможен слабый снег. В Петербурге мороз ослабеет, в субботу ночью минус 18, минус 20, днем минус 12, минус 14, изморозь и туман. В воскресенье небольшой снег, ночью около минус 15, днем минус 6, минус 8. Виталий. Людмила Паршина с подробным прогнозом погоды на выходные.